Приехали мы на объект, разгружаемся. Будем утеплять второй этаж. Угловую квартиру второго этажа. Выставили леса, сделали разметку. Все, начинаем сейчас монтаж. На данном этапе мы сделали отбивку. Сейчас начинаем устанавливать первый лист. Нанесли 6 полосок пенки. Купили пенку малого расширения. Выставляем его по уровню. Бурим сверлом десяткой отверстие под крепление грибка. Перепроверяем. И продолжаем дальше бурить. Сейчас выставляем первую полоску, а потом начинаем на нее уже укладывать полностью вверх пеноплекс. Пеноплекс используем толщиной 50 мм. Наш объем сделать, утеплить второй этаж, вот эту вот угловую квартиру, у нас получается здесь 7 метров. С торцевой стороны у нас получается 11,5 метров, и с той стороны у нас получается 7 метров. Высота у нас составляет 2,60. С этой стороны мы уже стенку заделали полностью. Сейчас торца также мы начинаем утеплять квартиру. Maybe you should stay. Just stay away. 'Cause baby, we are fading. Итог работ на данный момент, пока сейчас снимаю. Вчера мы закрыли эту сторону и начали эту сторону. То есть до окна вчера все было уже сделано, до первого. Сегодня за полдня мы дозашили вторую половину. И сейчас начинаем с той стороны зашивать. Переносим леса. Сегодня все будет готово. Ну все, на этом объекте мы заканчиваем. Едем на следующий объект.